Приветствую вас, вот вы пишете свой вопрос. Читалось на форумах всякой бяки, верить или нет. Ну, надо сказать, что вы сейчас также находитесь на форуме, только немножко другом, но в том же форуме, и, в общем-то, не совсем понятно, чем, извините, этот форум отличается от, извините, другого форума, вот, то есть, почему вы, начитавшиеся бяки на форуме, пришли, собственно, на другой форум, ну, я так полагаю, читать или слушать точно такую же, ну, может быть, немножко другую бяку. То есть это для меня остается, к сожалению, загадкой, подобный подход. Это первое. Второе. Для чего вы читали на форуме, как вы говорите, опять же, всякую бяку? То есть, ну, зачем? Зачем вы читали ее? Зачем вы читали бяку на форум? Для чего вы читали эту самую бяку на форум? Вот. То есть я сильно сомневаюсь, что делали вы это как-то, ну, неосознанно, да? Я думаю, что вы это делали, скорее всего, ну, вполне себе сознательно. И вопрос заключается в том, для чего, зачем. Дальше вы, конечно, раскрываете вот эту историю, дальше вы раскрываете более-менее причины, по которым вы начитали бяки, вот, но, тем не менее. Далее вы пишете, верить или нет. Ну, я вам скажу, что верить или нет решает всегда исключительно только сам человек, верить ему во что-то или нет. Но я полагаю, что вы всегда можете подвергнуть сомнению абсолютно все, что видите, и тем более абсолютно все можно подвергнуть сомнению, что пишут другие люди, ну, просто потому, что это пишут другие люди, пишут они про какой-то свой опыт, да, ну, вот, и, в общем-то, почему этот опыт должен быть справедлив для вас, ну, для меня загадка. Итак, пишут, что женщина после 35 лет уже никому не нужна, в смысле мужчинам. Нет, это полная ложь, женщина нужна и в 40-45, если она нужна себе. В смысле мужчинам, что выйти замуж уже невозможно. Опять же, а для чего замужество? Зачем? Зачем лично вам выходить замуж? Если будут обращать внимание, то только не состоявшиеся алкаши или дебилы. Это стереотип, нормальным мужчинам и мы не нужны. Кто такие нормальные мужчины, кто такие мы, вопрос. У меня такие вопросы. Это все правда? Нет, это неправда. Может, поэтому на меня одни алкаши смотрят, а нормальные не потому, нет, потому что я старая. Нет, на вас смотрят алкаши и не смотрят другие, потому что вы себя недооцениваете. На самом деле, до какого возраста есть шанс выйти замуж за достойного мужчину? В любом возрасте вопрос в том, для чего вам замужество. Замужество, Виктория, не может быть самоцелью. Иметь любовников, до какого возраста, реально, опять же, странный вопрос, до какого угодно. Будут ли меня хотеть 40 лет? Будут, если вы будете любить себя. Так, или действительно 35 лет, конец социальной жизни? Нет, не конец. Еще бабочка на душе накапал, мол, видела передачу, если до 65 женщин хватит личной жизни, то уже не хватит. Это миф, не совсем понятно, почему бабочка вообще в курсе вашей личной жизни, и почему вы с бабочкой обсуждаете личную жизнь. Что ей уже и самой ничего не надо. А у меня любили еще ого-го и есть любовник. Вот если с ним расстанутся, то все кранты больше ни с кем ничего не светят. Почему вам обязательно должны с кем-то светить? Кто вы по жизни сами, Виктория? Чего вы добились? Что вы из себя представляете? Вот на это обратите свое внимание, а не на мужчин.
На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.